Накануне Нового года Стар Хиту стало известно, что спортсмен расстался с супругой Алисой, с которой был вместе около 7 лет. В сентябре 2017-го они сыграли тайную свадьбу. Тогда возлюбленная экс-звезды «Зенита» носила под сердцем их дочь, спустя несколько месяцев на свет появилась Есения. Пара воспитывала ее, а также двоих детей женщины от предыдущих отношений. Поводом для разрыва стали многочисленные измены Андрея, на которые Алиса просто устала закрывать глаза. После очередной интрижки на стороне с 21-летней сотрудницей известной авиакомпании Кариной Аршавин бросил семью. Уже несколько месяцев супруги живут раздельно. Как оказалось, футболист совсем не интересуется наследницей и даже не выходит на связь с самой Алисой. «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан», — поделилась Аршавина со Стар Хитом. «Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика, коньки, отели, прогулки». Напомним, Аршавин уже оставил подобным образом гражданскую жену Юлию Барановскую. Андрей ушел от нее, когда телеведущая была беременна их третьим ребенком, сыном Арсением, и до сих пор не общается с детьми от этого союза. К слову, на протяжении длительного времени Алиса Аршавина прекрасно знала о том, что муж не верен ей. Несмотря на это, она пыталась сделать все, чтобы сохранить семью. Даже рождение ребенка не мешало спортсмену заводить тайные отношения. После появления на свет дочери Есении Алису ждал настоящий удар. Находясь с дочерью в Испании, она узнала, что супруг целый год изменял ей с моделью Екатериной Ямщиковой. Помимо всего прочего, Андрей Аршавин не скупился на дорогие подарки для любовницы.